Партнер программы – магазин профессиональной косметики «Эксклюзив». Это «Тренди-бренди» на телеканале «Ника Плюс» и его ведущая Александра Репникова. И Ксения Остапова. И сегодня мы с Ксюшей на реальных гонках в песках проходит международный фестиваль «Регион 10». Нам сообщили, что сегодня здесь соберутся самые красивые, самые мощные и самые необычные автомобили. А кроме гонок, зрителям пообещали развлекательную программу и соревнования по звуковому давлению в автомобиле. О, звучит мощно. Посмотрим, что будет на практике. Сегодня происходит? Да. Ну, гонки происходят. А вот сейчас что происходит? Мне сказали, что машины прогреваются. Да, прогреваются. Тут водитель с Питера тут прогревает резину, второй бегает за ним, смотрит. А зачем за температуру? Спортивным машинам прогреваться? Прогреваться, чтобы быстро стартануть, чтобы ушла лишняя грязь и пыль с резины. Ребята, скажите, пожалуйста, что вы сейчас тут делаете? Мы снимаем все, что нам было не нужно. А что вам было не нужно? Ноздря, которая была в капоте. Ноздря? Да. А ее вот именно нужно вот такой вот лентой заклеивать? А нет? Это чтобы, как сказать, были воздушные потоки, были лучше. Специальная лента нанотехнологии. Нанотехнологии, специально для гонки с машиной. Ой, вы такой высокий, тоже гоняете? Иногда бывает. Вот эта вот нанотехнология ваша, она позволит как-то по-другому звучать автомобилю? Нет, звучать не позволит по-другому. Ну, будет плюс 10 лошадиных сил точно. А, плюс 10 лошадиных сил. А вы в каком классе участвуете? Тут мы в турбо АВД, ну в полном приводе, турбированный полный привод. Два ключа на 13. Два ключа на 13. И какую-нибудь монтажку натягивать. Александра Репникова и Ксения Остапова, телеканал «Ника Плюс», «Тренди Бренди», как обычно, мы везде. «Тренди Бренди», как обычно. Так вот по субботам происходит. Мы тебя сегодня, детка, официально покачаем. Опа, хорошо, мы готовы. А, мы такие популярные. Машина, которая спортивная, она отличается от обычной машины. Чем? Двигателем, скоростью, внешним видом. Она красивая? Да, безупречно. Чтобы если бы у вас была машина, что значит тюнинг, что бы вы сделали? Ну, колеса поменяли, обвес какой-нибудь. А вы умеете самостоятельно колеса менять? Нет. Yeah.
А Ксюша, дети убегают. Ну что, как тебе гонки? Хорошо. Хорошо? Хочешь себе такую машину гоночную? Да. А какая тебе больше всего понравилась машина? Лотос. Лотос, вот так вот. Стой, стой. О, отлично. Быстренько. С той стороны, стой. Тук-тук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, так здорово, что вы остановились. Как вас зовут? Артем. Артем, ну вы просто ух. Гонщик-пригонщик, вы откуда? Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. А как долго вы занимаетесь вот таким вот автоспортом? Ну, так сходу прям не могу, здесь, наверное, лет 10 уже. И какая по счету машина? Вот на этот вопрос точно ответить невозможно, потому что машин было очень много. Ага, а вот это что за марка такая? Она же настоящая гоночная у вас, да? Да, это Lotus Elise. А где вы такую купили? Из Америки привезли. Из Америки привезли? Да. А сколько стоит такая машина? Ну, такие автомобили стоят в районе 3 миллионов. Артема вытянули уже из машины. А там сейчас кто у вас? Ваш напарник, второй пилот. Вы из Питера к нам на вот этой вот красотке приехали, на Лотосе. Ну, если быть откровенными, то да. А за сколько часов вы доехали до Петрозаводска? Мы ехали очень аккуратно, потихоньку, потому что не знали, какая будет дорога. Поэтому за два. Вот вы сказали, что ваша машина, она из Америки. Но вы же ее наверняка как-то еще апгрейдили в России. Хорошо. Уже. Она приехала в стандартной комплектации, у нее было 192 лошадиные силы. После, скажем так, годовой работы в ней стало порядка 400 лошадиных сил. Мы установили туда турбину. А вот по нашим дорогам вообще реально кататься-то на такой машине? Ну, конечно, безусловно, можно ездить где угодно. Самое важное делать это аккуратно и безопасно, в первую очередь. А зимой? Этот автомобиль никогда не эксплуатировался зимой и не будет. Как участник или как зритель? Как техничка. Что такое техничка? Техничка – это маленький джип, который возит колеса для участников, запасные части, ключи. Вы прекрасно разбираетесь в тюнинге. Чем спортивная машина отличается от обычной? Тем, что на ней невозможно передвигаться по городу в обычном режиме. То есть она не создана для жизни? Она очень некомфортная. Чем же она некомфортна? Она громкая, она шумная, она резкая, она жесткая. Сегодня бригад МЧС и пожарных сюда? Нет, мы одни. Вы одни? Конечно. Как супермены от Петрозаводска, конечно, приехали, конечно. Если что, всех спасете. Да. А как в целом вам процесс? Ну, вы как парни же можете оценить? Как тачки-то вообще? Да интересно, хотя бы довольно-таки. Ну, есть на что посмотреть. Есть, да? На что посмотреть, есть, да. На что посмотреть. Вот, оказывается, какие они автогонки. Ксюш, в следующий раз поедем с тобой на Формулу-1. А на этом Тренди Бренди прощается с вами. Смотрите нас на телеканале Ника Плюс. Пока-пока. Партнер программы – магазин профессиональной косметики «Эксклюзив». Здравствуйте, меня зовут Анна. В магазинах «Эксклюзив» расширился ассортимент средств по уходу за волосами. Появились новые торговые марки известных мировых брендов. Торговая марка «Кин» предлагает линейки по уходу за волосами и продукты для стайлинга. Шампунь бриллиантовый с органовым маслом, шампунь для окрашенных волос с экстрактом горького апельсина, бальзам, увлажняющий с конопляным маслом и маска для восстановления волос, а также широкий ассортимент средств, дополняющих друг друга. Для мастеров ногтевого сервиса у нас есть приятная новость. Мы рады представить гели для моделирования ногтей Mozart House и широкий ассортимент элитных препаратов для ухода за руками и укрепления ногтевой пластины торговой марки «Алисандр».
Александра. Мы ждем вас в магазинах «Эксклюзив». Будем рады вас видеть.